Всем привет! Это Сергей, и сегодня у нас реальный old school гейминг. Уверен, немногие догадались, что речь пойдет о дороге на Хонкаду. Игра из начала 2000-х, помню, купил ее на диске от Буки еще когда учился в школе, и одноклассники меня стебали, что я вообще дебил, играю в какую-то детскую хрень, когда в моде был Counter-Strike и Quake. Но на самом деле игра-то офигенная. Очень крутая игра. И сейчас вот посмотрим как раз, насколько она крута. Что такое? Вот. Ну, игра настолько древняя, что максимальное разрешение, которое она поддерживает, это 1024 на 768. Не уверен, как на Ютубе в итоге это выйдет, растянется ли картинка или нет. Ну, посмотрим. Сыграю пару первых миссий. Коварный враг украл нашу святыню, древнюю золотую шестерню. Но это не простое оскорбление, это начало смертельной войны. Наше доблестное войско бросится в погоню и накажет агрессора. Мы будем преследовать подлого врага до его столицы Хонкаду и беспощадно уничтожим. Но враг хитер. Огромный камень преградил дорогу и мешает нашим войскам броситься в погоню. Этот камень... ваша первая задача. Подцепите пушку к паровозу, уничтожьте камень на дороге. Начать игру. Вот она, да. Какая красота. Так, у нас есть паровоз. Есть пушки. Пушки — это вагоны. Едем. Подцепляем одно. Вторую. И третью сейчас подцепим. Прикольно, такой красивый мир. Вроде разрешение низкое, игра старая, но выглядит... красиво. Дизайн прям как Диснейленд. Ну и все, едем уничтожать камень. Это первая тренировочная миссия, ничего трудного. Починили рельсы и поехали. Я дольше читал задание, чем проходил. Ура! Вперед! Сомнем врагов! Кипит наш разум возмущенный и смертный бой вести готов. Вторая миссия. По данным разведки, бежавший враг оставил заслон на дороге, и вас поджидают два мощных состава противника. Вам не справиться имеющими силами.
Но в ближайшем городе есть депо, способное произвести военную технику, и ремонтная мастерская, способная быстро починить любые повреждения и пополнить боезапас. Захватите депо и мастерскую, уничтожьте противника. Вот, уже побольше карта. Вот депо. Депо захвачено. Теперь захватим мастерскую. Строим паровоз и пушечек к нему. Вот вражеские составы. По три пушки у каждого. Ну, рано пока ехать к нему. Вот поэтому можно пострелять, я думаю. Надо сам паровоз расстрелять, чтобы он не уехал. Вот что я думаю. Он уже стал подлиннее. У него артиллерийский поезд. Так, у противника подкрепление, поедем в мастерскую, починимся. Еще у меня пушек. И сюда прицепим еще пушкинцы. Вот, теперь приличный состав у меня. А, смотрите, тут еще у поезда и не хватает сил. Маленького поезда тащить столько вагонов. Поэтому сейчас соединим два состава. Будет два паровоза. Вот, и два паровоза уже способны качать. Так, тогда отменю и закажу сюда паровоз еще. Все, поехали на разборке.
Это просто игра напоминает другую отличную игру «Самогонки». О, «Самогонки», да, охота поиграть тоже. Интересно, есть ли «Самогонки» в Стиме? Блин, мне разнесли паровоз. Теперь я весьма немощен. Я вообще не могу ехать. Давай, быстрее стройся. Этот скотиныч обстреливает меня потихоньку, обстреливает. Ну, ща мы ему покажем. Если он за это время не разнесет. Эх, еле едет. А вот и все. Ура, победа! Мы сделаем из этих недороботов подсвечники и консервные банки. Давайте третий уровень посмотрим. Враг хорошо подготовился к войне, и победа будет нелегка. Мы будем драться за каждый клочок земли. Враг захватил депо и контролирует территорию, но в городе есть второе депо, и оно не охраняется. Создайте армию и выбейте врага из города. Новые виды оружия помогут вам в этом. Захватите свободное депо, уничтожьте всех врагов. Так. Вот. Это вражеская база. А это предстоит захватить нам. Начнем, конечно, с депо. Потом мы ремонтный захватим. Что там у врага? Тут две пушки. Тут еще состав. Ну, почти, в принципе, на равных мы. Давайте сразу паровоз. Две пушки. Это что? Маркир нет. Пушку. Давайте пушку. Маркиру. И ракетницу, а пушки потом сделаем. Сразу соединим два поезда, сделаем длинный состав. Пока строятся поезда, хотелось бы сказать, что очень рад тому, что в Стиме в последнее время появляется огромное количество старых российских игр, о которых я уже практически забыл. Но когда просто увидел страницу игры в Стиме, не задумываясь, сразу купил, просто пустив скупую ностальгическую слезу. Настолько это прикольно.
Нифига они как далеко стреляют. Сейчас мы им покажем. Мортира стреляет далеко, но она не так мощна даже, как пушка. Давайте сразу вторую и мортиру. И поедем починим поезд. Оп, ракетница построилась. Подцепим ракетницу сразу. А этот урод тоже чиниться поехал, походу, да? Да. Подождем уж сразу. И давайте еще две мортиры, две пушки и паровоз. Ну, а наш состав поедет на разборки потихоньку. Так, он меня кружить, что ли, решил, не пойму. Тут стройка кипит. Давайте еще второй поезд и еще две мортиры. И хватит пока. О, ракеты пошли красиво как. Тоже как бы тактика. С одной стороны, надо выносить вражеские пушки, чтобы он наносил мне меньше урона. Но с другой стороны, лучше вынести вражеский поезд, чтобы он не уехал и можно было добить. Ох, я попал в передрягу. Все горит, надо уезжать. Почему ракетницы не стреляют, не пойму. Они типа совсем издалека, что ли, только могут? Ну, испугался ехать дальше за мной. О, тут разнесли, интересно, достроится сейчас после ремонта. Да, достроилось, супер. Ну и поехали дальше вершить правосудие. Тут надо второго поезда дождаться, наверное. Или один утянет. Ладно, вот этим большим составом мы поедем к вражеской базе. Сейчас достроится второй паровоз и второй понизу пустим. Во, ракеты хорошо прям хреначат.
Вот тут все достроилось. Ладно, вот эту пушку я отменю, последнюю. Не то два паровоза все не утянут. Все, и поедем понизу. И он тоже тут состав уже построил. Скотиныч. Блин, у меня поезд неправильной стороной встал, ракетница впереди. Поразносит мне все. Сейчас я их возьму в окружение. Ха-ха. Куда это мы собрались? Нифига он проскочил, как скотина. Придется за ним ехать. Вот жук. Успел взорвать. Починится скотина. Только сейчас, а знаете, что понял? У каждого вагона еще есть патроны, и они могут закончиться. Вот это был тупняк у меня. Вообще как-то из памяти вылетело. Вот внизу нижняя полоска, это уровень боезапаса. Соответственно, вот этот состав у меня пустой уже. Да, столько лет, вообще не помню уже моментов. Ну, сейчас как раз все починю, перезаряжу. Вообще, эта игра чем-то похожа на игру Z. Играли в Z? Офигенная игра, стратегия тоже олдскульная. От Bitmap Brothers, насколько помню. Только тут все на рельсах. Сам можешь выбирать, что строить. Но, тем не менее, похоже. Похоже. Такая же битва за территорию. Да, я понял, недостаток ракетниц. У них очень маленький боезапас. А тут тоже уже ни у кого патронов не осталось. Ну. Еще кружок.
на 3 поезда было делать. В смысле, вот в этот состав быстрее бы ехал. В следующем уровне, да, буду 3 поезда сделать состав. Эй, ну парни, ну что вы затеяли? Эй, тупые боты. Хотя не такие уж и тупые, смотри, что он... А, нет, тупые все-таки, все-таки тупые. Тем временем у меня второй состав починился. Давай, догоняй. Ну, осталось уничтожить только вражеское депо. И миссия пройдена. Победа! Ура! Враг повержен! Доблесть оружия и железная воля — залог нашей победы. Ну что, еще уровень пройдем? Я хочу. Враг грабит наши города, лишая нас ресурсов для ведения войны. Он построил цитадель, куда свозит награбленное для последующей переброски в свою столицу. Для успешного ведения войны мы должны лишить противника его базы и обеспечить себя всем необходимым для продвижения вперед. Для того, чтобы получить подкрепление в бою, соберите 300 единиц ресурсов. Захватите ящики с ресурсами, уничтожьте всех врагов. Окей. Ну вот тут прям кат-сцена начинается. Вот он урод, грабит Бакса. Грабит дилижансы. Вот это интересная конструкция. Если сейчас поеду, ничего не будет страшного. Вот тут еще, смотрите, маленькие красные роботы. Так, я думаю, надо сразу сделать это. Рестарт. Неправильно начал. Опять катсцена, пропускаем. Так, нам надо сразу просто ехать вперед. Не задерживаясь. А лучше даже подождать, как проедет патруль. Давайте посмотрим. Мне нужно захватить ящики с ресурсами. Тут их нету. Вот они. Окей, значит, мне нужно ехать сюда. И вот еще они в центре. Но в центре это какой-то оборудованный блокпост. Триста ресурсов, короче, мне надо. Блин, что-то я запутался. О, задавил вообще робота.
Вот, что-то пулемет из башни строчит. Тут ничего нет. Тоже враги. Что-то ничего у меня не получается. У меня только паровоз и остался. И паровоз разнесли. Давайте еще раз рестарт. Блин. Привет, слышите, роботы говорят. Привет, привет. Что за трэш? Ладно, зато быстрее поеду. Смотрите, от тучки облачко. Ну тут вот вообще, а? Не дает проехать. Опять разнесли. Еще раз. Я же могу отсоединять вагоны? Вот это что такое? Это арсенал. А, он типа заряжает. Или попробовать вот сюда, в центр поехать, вот эти ящики своровать. Давайте попробуем. О, 200 набрал уже. Ну, на 200 все и остановилось. Нет, в центр ехать это, походу, не вариант. А как же так тогда? Давайте посмотрим еще раз карту. Вот тут, наверное... Ну, походу, надо вот сюда ехать каким-то образом все-таки. Вот я, да, отсоединю. И на скорость еще. Все эти резаки меня кастрируют, походу, да? Не, получилось. Нету, только соточка оказалась. Что-то тут не то. То есть мне по-любому надо вот сюда в центр каким-то образом прорываться. Ну ладно, в таком случае все понятно. Начинаем последний раз заново. Отсоединяем арсенал и пушку. И на всех парах мчим просто по центру. Соберем 4 ящика. Приехало подкрепление.
целое составище. Это что такое? Брандер какой-то. Это типа камикадзе, что ли? Нет, не надо так. Это был мега тупняк. Что происходит? Почему у меня паровозы ездить перестали, не могу понять. Нифига себе, он рванул. Я не понимаю, почему вот эти поезда больше не едут. Какие-то глюки. Типа что, мощи не хватает? Эх, еле едет. Я не пойму, почему тяги не хватает. Не такой же большой вроде состав. Это наше удачное место, где остановиться. Рельсы все разрушены. Вон издалека постреляю артиллерией, тогда уж. Ну нет, что-то меня выносят. Нифига, тараном взял.
Ну ладно, что-то мне на самом деле поднадоело. Не хочу еще раз начинать этот уровень заново. Давайте на этом мы закончим этот ролик. А я еще поиграю завтра, наверное. С вами был Сергей, и мы играли в «Дорога на Хонкаду».